Вот мы находимся в детской. Сегодня у нас 5 декабря. Ты еще толком не натоплено. Суббота. Володя натопит. И поступили заявки на книги. По полному комплекту выслать в Америку. Ну, это в стране на неделе. И комплект полный, 38 книг у меня. И плюс дополнительно еще 3 экземпляра Нового Завета. Ну, мы все время рассылаем. Это 1/10 книг, какие я издал. Вот они тут, маленько, может, побольше даже. Вот. И в этом нету картонок, этих картонных ящиков на почтовом отделении. У нас все остановилось на один день только. Сразу же достаты были вот картонки. Это другие картонки. Совершенно нет. Но почта принимает, их надо отделать будет. Вот я сейчас принимаю их. Это вот детские. Вот детское, что тут у нас есть? Ну вот тут всякие фрукты детям. Стаканчики тут, что они находятся. Надпись: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это Надежда Васильевна пишет. Вот данные какие есть. Книги. Что там за книги? «Добротолюбие». Вон он лежит там. Видно, второй том, третий. Ну и так дальше книги много. Тут все хранились книги, все это ушло. Холодильник, это батюшкина и до церкви. Детский столик. Вот здесь. Это отдыхать приезжающие, которые люди могут, ну, на время субботы на воскресенье. Видите, звонят двери. А? Двери звонят. Сейчас мы пойдем. Ты пока зайди, что я буду встречать. Видимо, батюшка приехал. Вот так. Ну, ладно. Необычно. Здорово, закрывай за собой. Мы тут книжным делом занимаемся. Вот батюшка приехал. Пойдет. Закрывай, можно всегда. Ну вот сейчас я тут сразу показать, что детское здесь. Лесенки залазить. Вот они, лесенки где. Ну, представьте, сколько. Вот наверху, вот, два человека ложатся. Два. Нары сделаны, говорю. Кровати широкие. Тут одна. И здесь 3, 4. Вот 5, 6, 7. И здесь 8, 9. 9 умножить на 2. 18 человек могу принять, и ни один не будет на полу лежать. Только здесь. Не считаю Надежды Васильевны, сколько таких этажей у меня. У меня 6 этажей. Вот как на малом. Одет пройти, только пройти место. Вот, пройти. А больше чего надо? Ночевал? До свидания. Поесть есть где. А тут что у них лежат? Ну, а здесь лежат. Это еще устаревшие наши визитки. Иконы. Пойдем там. Книги сегодня просят. Вот. Ну, раз, два. Два экземпляра полных надо. А то вот тут тоже все интересно так. Вот этот стол. Какая длина его? Я не знаю, не касался. Коломищенко Олег с Татьяной приезжали с Одессы. Вот. И он здесь сделал, мастер большой. Видите, какой столик. Длина его какая. Вот книги издавались. Это каждая книга, это разная книга. Стихи, симфония на неканонические книги, симфония на жития святых, к истину православия. Для слова Божия нет уз. Это вот книги, которые определенное название есть. А это «Открытым оком». Первый том, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Каждый том о чем здесь? Тут надо просто смотреть. Вот 18-й том. Это мусульманство. Коран. Коран разбивается по сурам и аятам. 23-й, 24-й, 25-й. Три тома. Это еврейство. Талмуд разбирается. Талмуд в сравнении с Библией. Тут ни нападок, нет ничего. Никак. Вот. Второй том. Это противосектантский. Это как образовывать общины, вот, как заниматься по пособию Евангелия от Марка, там, откуда взято, трехтомник Нового Завета. Вот, 26-й том – это поэзия, поэзия 300 поэтов России. 20-й том – это беседа с Александром Менем, то есть, ну, я навскидку говорю, о чем есть. Это вот песнопения, какие-то баптистские песнопения, взятые ответы. Это разбор, тут на нас нападал один, тоталитарная секта, и вот это 19-й том. То есть, ну, остальные вопросы и ответы какие были. Вот люди просят. Я пришел, и вот 23-й том лежит одна книга.
Ну я взял ее, она пусть, а вторую где нету. И везде мы начинаем брать. Вот это у меня, которое вытаскиваем, их 8 томов находится в одной пачке. Половина накладываем, выкладываем на стол, а половина заворачиваем в пачки. Вот сюда. Вот какой том? 6-й. Вот 2-й том. 26-й. Вот не написано где. Мы берем. Это книга 100 проповедей митрополита Корнилия Старообрядческого. После богослужения здесь считает его проповеди. Прекрасные проповеди. Старообрядческой Белокринецкой иерархии. И вот мы сейчас пришли с Никитой и готовим ящики эти, коробки. А Володя побежал скорее к Татьяне Кузьминичне помыться. Вот все, понимаете, только это один только день, только мы начинаем еще. Вот. Я коробки-то принес. Их сейчас, они для этого не предназначены. Но на почтовом отделении нет настоящих, заводских. На, складывай. И Володя вот такие, этот, Никита, вот их собирает, ну легко их. Потом их заклею. Ладно. Сейчас я начинаю на один том собирать. Вот ты стой рядом, смотри. Господи, благослови, у меня глаз болит. У нас это целительный крест. Считается, что это мне Володя Пенкин принес от расстрелянного священника. Вот. И приезжает там тромбоплебит, ноги-то опухшие. Человек приложил только. День прошел буквально, говорит, у меня нога-то совсем исцелела. Ну и поэтому так принято. Никто не прилагает, каждый сам берет, кому надо, кто верит. Так, стихи, симфония, для Слова Божия не туз. Это сколько получилось у меня? Раз, два, три, четыре. Четыре. Так, правильно? Нет, я взял. Для Слова Божия не туз. Симфония к истинному православию. Пять. Вот пять. Пять и три. Новый Завет. Вот Новый Завет. Первый том, второй, третий. Это... Те, которые не входят в открытое око. Открытым оком. Вот. 8 книг. 8 и 30 томов. 30 томов, это будет 38. Вот я беру первый. Потом проверка не один раз пройдет. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это надо вслух произносить. 6 томов. Дальше. А там в мягком переплете на льняной основе корочки. 7-й том, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Вот. Повторяю сразу, книги все сшитые, их не склеены, все сшитые. На офсетной бумаге, видите как, и фотографии на определенные, это до 13-го тома черно-белые фотографии. Что-то я их тут не вижу, где они. Вот они где есть. Это мелованная бумага. Видите, она как блестит и прочее. Это фотографии наши. У нас чужого ничего нету. Вот, теперь 13-й. Наполовину был черный. Впервые стали, уже мы разбогатели. И стали в твердом переплете. И цветные фотографии. Вот, этот том наполовину. Цветной наполовину черно-белый. Переход. Теперь 13-й, 14-й, 15-й, это кто как обратился, пришел к Богу, 15-й, 16-й, 17-й, и все разного цвета, 18-й, у них Коран и прочее зеленого цвета знамя, книга такая, 18-й, 4, 15, 16, 17, 18, это все пойдет в Америку, 18, теперь 19-й, 20-й это с Александром Мемнем беседа. 20-й, 21-й, 21-й том. 22-й, видите, какого разного цвета все книги. А евреи любят золото. Пожалуйста, золотистого оттенка. Да и все любят золото. Ну и они как-то больше известны этим. 23-й, 24-й. Видите, какого? Вот они стоят как. Как они выглядят. Разного цвета. Это все новинка. Обычно, если Ленина, они все одни. Я решил, нет, даже по свету. 25-е, 26-е, вот отдельно покажу, это поэзия. 300 поэтов России за 300 лет. Видите, все поэты тут указаны. На каждый вопрос я беру из 6 поэтов, отвечаю, ну, чтобы показать, где вот. Вот вопрос, видите, каким шрифтом. Ответ. И дальше поэты, кто? Самуил Маршак и эпиграф «Слово Божие». Дальше, второе, тоже Самуил Маршак.
и Слово Божие по определенной тематике. Это кто? Тютчев. Его стихотворение, это третье уже. Вот. Четвертое. Четвертое Некрасов. Некрасов, эти фотографии цветные, все цветные. 64 страницы цветные фотографии, и вся книга 752 страницы. 752. Так, дальше следующий поэт какой у нас тут? Так, Никитин. Что, например, говорили они о России? Эпиграф. И здесь кто? Так, большое стихотворение. То Радищев. Вот какое. И стихотворение, это, и Слово Божие. Итак, на каждый вопрос, который мне задавали студенты, я отвечаю из шести поэтов по определенной тематике, какой вопрос. И определенное место из Священного Писания. Так, это у нас что было, 18-й? Надо проверить. 24, 25-го еще нету. Вот, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, вот, 29-й, стального цвета и 30-й. Еще три тома я написал, но они в интернетной версии. И по столу 38 книг вышло, вошло, заняли полностью, и ни одной книги нету. Когда я закончил их книги издавать, я тогда только понял, как раз по столу. Даже здесь и то что-то особое такое, без подготовки. Теперь этот человек в Америке, так, это мы для Америки, так, ну, 38. Тогда этот стол давай сейчас мы наложим для России. Вот, по новой идем. Для Слова Божия они, ну, стихотворение к истинному православию. Вот чего-то у нас тут уже не хватает. Ага. Симфония на жития. Так. Симфония на неканонические книги. Проверим, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, пять. Для Слова Божия нет уз. А, так сказать, Новый Завет. Один, два, три. Все, это вот 8 книг. Я их всегда отдельно откладываю. Пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. 8. Теперь 30 томов надо взять. Эта настойка тут что-то у меня уже не хватает какой-то. Как же так не хватает-то? Вроде должно было хватать. Мы сейчас дойдем. Это что у меня? 15-й. Так, давай-ка сразу разберем. 13-й. Нет, какого? 14-й есть. 15-й есть. 16-го нету. 16-го и 17-й вот есть. Значит, нету 16-го. Вот тебе на. Не ожидал я этого. Потому-то она лежала не по порядку. 16-го нету. 17-го, 17-го, 19-го. 16-го и 19-го. Вот двух теперь начинаем здесь ходить, смотреть. Вот 16-й я нашел. Теперь я его что? Надо развязать. 16-й. Да. Смотри, как написано 16-й. Вот. Это видите как, в один день сразу, да, и надо восполнить, чтобы там лежали. 16-й. Теперь я несу сюда. Так, это что у нас? Подожди. Это я неправильно распечатал. То есть ошибочка произошла. Не 16-й. Это сверху положил 15-й. 14, 15, 16, 17, 18, 19-го нет. 19-го, 20-го, 21-го, 22-го и 23-го нет. 19-й, 23-й. А вот 23-й, вот она, 8 книг. Это уже она поступила в таком виде типографии. Вот так мы и делаем. Распечатываем. А это вот все, которое... Это веревочки все опять развязать надо будет. Они хорошо сделаны. Типография Горного Алтайска. Там Эдуард Васильевич. А он из этих, из алтайцев, чудесный мужик. Как он сделал? Когда я сказал, что книги мне делайте только так, чтобы вот так было корешок закругленный вот так, а не так вот, как обрубленный, как вот эти вот мягким переплетом-то. Ну, и издают. А тут видите, как они все, как переплет. Он говорит, это нужна машина, вы еще будете издавать? Ну, допустим, я уже на 13-м, я говорю, буду. Она стоит 150 тысяч по тем временам, сейчас, наверное, дороже. Мы покупаем. То есть он ради меня купил, ну, а дальше там не ради меня, только где-то. Но само по себе это приятно.
Вот, это 16, оказалось, там уже есть. Нету там 23-го. Вот я распечатаю. Вот это дальше пойдет туда связать. А сюда вот это вот привезти. 23-й. 23-й. Это вот евреям. А здесь что, 18-19-го нет. Тут надо найти. Посмотреть. Смотри внимательно, Никита. У тебя зрение-то получше моего. 19-й. Нету здесь? Нету. Нету. Надо идти нести. Ну, стой здесь пока. По книгам пройди, я сейчас подойду. Вот смотри сюда, иди сюда. Вот это, где мы зайдем сейчас, где у меня книги лежат, это надо знать. Это у нас храм, мы открываем заранее. А все, оно не горит, что ли? А, есть. Вот сюда повешать замочки. Пойдем искать 19-й том. О-хо-хо. Здесь какой у нас? Вот он. 19, да? Да. Вот 19 мы берем, а здесь 17, 18. Видите, как книги везде хранятся. Теперь мы уходим. Я покажу один раз, как мы это делаем. Опа, подожди-ка. Давай сюда. Так. Ну, это надо развязать, вот эти вот. Вот один сказал тут одному, говорю, надо развязать. Он взял их, растриг. А растрик они тогда короче и никуда не годятся. Вот смотри, как раскачиваю я узелок. Даже это показать надо, они не знают, городские. Вот. Теперь, вот этот вот оказался лишний, 16-й. Мне надо его убрать. Я заново его сворачиваю, смотри как. Это все надо, весь процесс показать. Тут не особо трудное дело. Со стола надо убрать. Уже все затарили. Вот так. Теперь перевязываем. Я его развязал, а не видел, что 16-й том там лежит. Ну, небольшая ошибка. Вот теперь завязываю и кладу. Красиво тут может быть, да, так. Ну, не до красоты у нас тут 16-й. Так. Еще здесь. Здесь еще лежит 23-й. Его надо убрать. Снова заворачиваем. Вот так. Когда мы готовили это сразу по 25 экземпляров. Вот тут много сестер помогали. А куда 25? Когда мы ездили по Алтайскому краю, близлежащие, приходили, чтобы загрузить машину, нужно 25 полных комплектов. Это все подарки. И таких мы комплектов составили примерно около 700. Вот вам сколько-то работы надо. Это все надо купить, коробки. Теперь машины своей нет, кого-то нанимать, везти на почту, выстаивать там. 23-й. Это и все за кадром. А люди-то думают, тут какая-то нажива или что-то. Ну возьми и сдай книги, потом продавай, и ты увидишь, какая нажива. Я пошел, у меня 4 книги набранные уже, все сверстанные, на моем сайте стоят они. Книги. 4 книги, стихи, по 800 страниц. Все 42 строчки заполнены. Каждое стихотворение 2036 и 4 или 3 строчки эпиграфа Священного Писания. 3400 стихотворений, у каждого эпиграф по теме из Священного Писания. Я просто хочу сказать, как Бог один благословляет, когда люди перед ним смиряются. Одному тут еще не сделать. Тут люди все помогают. Я сейчас покажу, куда эти бумажки у нас идут. Все остальное. Веревочки. Понимаете, все оно требует внимания. Карандаш. Так. 19-й. Хорошо.
Вот в этом 19-м году у нас был иеромонах один, потом он потерял веру, женился, ушел и поступил на теологический факультет. И тогда он решил, говорит, вжарить против нас. Ну и он говорит, я имел возможность изнутри общего наблюдать. И вот он делает здесь расследование, курсовую пишет, 19-й том. Нафанаил. Или 16-й. А? Может, 16-й? 19-й, 19-й, вот он. Смотри. 16-й мы убрали уже. 16-й черный. А это вот такой, какой, я не знаю, там, серый какой-то. Или как. И он пишет, исследует на тему тоталитарную. Использует всякую литературу зарубежную. И выводит все... Церковь православная, крестовоздвиженская, Патриархия не тоталитарная. Тоталитарные православные монастыри. Вот здесь все написано. Это уже, можно сказать, ученый труд. А те, которые языком трепещут, они там, ну они что, ничего не знают. Просто клеветники, лицемеры. Они тоталитарные-то, а не мы. У нас ничего тоталитарного нет. Так, 19. Теперь что? Маленько оторвать надо это лишнее. И опять заворачиваем. Мы уже практически освободили стол. Так. А вот теперь это надо разбежать. Это у меня 19-й, не забыл. 19-й. К Володе придет, все это надо сейчас будет оформлять и платить. Вот сейчас в Америку платить, я даже не знаю сколько. Ну тысяч, наверное, 6 возьмут. Тысяч. А у меня пенсия 6275 рублей 3 копейки. Но люди все оплачивают. И вот она сейчас пишет, что у нее там пятеро ребятишек, и у нее охота книги, и в то же время не на что взять. 19-й. Я ей говорю тогда за пересылку только. Остальное я могу подарить даже. Или сколько можете, сами решите, на сколько. Так вот я не доказал, не дорассказал. 4 книги издать по 1000 экземпляров, больше 2 миллионов надо. Ну понятно, что это никогда не издать. И они у меня в интернетной версии стоят, стихи. В каждой я хотел издать, уже все собрано было. По 160 страниц в полный лист цветных фотографий. Многие стихи, так, 19-й, написаны так, что напротив каждой строчки показано, откуда взято из священного писания. Ну вот, допустим, я открою ее, показать, чтобы, что, как это здесь. Таких стихов вообще никогда не было. Никто не знает в мировой практике. А почему? Благодать Божия. Вот оно, стихотворение. Вот, посмотри. А ну-ка вслух прочитай, что тут написано, я не вижу. Каждая строчка и местописание. Это мои стихотворения. Храмы, купола, а не квартиры. Нет, нет, вот откуда, вот. Где бы сохраниться, помолиться. Матфея 6:4. Да это не надо считать, это так видно. Считай, снова считай. Где бы сохраниться, помолиться. Шум и гам под куполом высоким. Чтобы не чужие были рядом лица. Занесло их праздничным потоком. Первые, как пишут христиане, собирались просто по домам. Посторонних сторонились тайно. Пасту доводили до ума. Дальше. Мало нам апостольских деяний. Что берем сейчас за образец? В рассуждение больше схоже с пьяным. Церковь начиналась же не здесь. Наш равноапостольный Владимир не евангельское выиграл сражение. Храмы, купола, а не квартиры. И не проповедь, одно богослужение. Расспросите, как родиться свыше? Как родиться от воды и духа? Вот об этом даже поп не слышал. Тысячелетия об этом глухо. Артистично, выходы, поклоны, дым кадильный, ризами шуршат. Разум прихожан устало сонный, с Библией сравнишь, как детский сад. Обезглавили, сокрыли, схоронили, чистое евангельское слово. Ход традиций праздничных воскрилий, до корней незримых, безголовых. Слушайте глаголы Саваофа, по которым будут всех судить. След кровавый прямо на Голгофу, там источник жаждет без воды. Как все перепутали с годами, истина считается за ересь. Нет гостиниц и заботы, забыты бани. Вместо винограда вырос перец. Вот так. И откуда взята мысль из священного писания? Я просто показать. Критиковать-то это очень просто, у которого ничего нигде нет.
Так, мы практически сейчас заполнили все проемы. Теперь что? Теперь нужно набрать туда. Вот видишь, еще что здесь не хватает. Симфонии, стихов. Вот, опростались. Еще надо будет искать. Так, где у меня первый том? Да еще первого тома нету. Ой-ой-ой. Ну вот видишь, ну и нету первого тома. Симфония есть. А как же так? А к истину православия-то что, тоже нету? Ага, вот оно где. Вот мы должны сейчас набрать еще один, и сразу проявляется, что не хватает. Вот к истину православия. Но это и переиздано было вторично. Уже в три раза больше экземпляров, уже 3000. Вот. Вот сейчас мы распечатаем. Ну, это быстро расходится. Это самые ходовые, это к истину православия, для слова Божия не тост, и трехтомник. Это самые-самые востребованные книги. Потому что это более дешево. Вот. Как эта книга издана? Я 40 лет собирал на нее материал. Видите, какая она? Даже сбоку глянуть, как она сделана. К истинному православию. Видите? Как название. Я вот говорил, стихи у меня. А стихи называются «Церковь, свобода, тюрьма». Примерно 120 предложений было. Я ничего не делаю без совета со своими любимыми друзьями. А к истине... чего нет здесь? Стихов нету. Стихи, видимо, вообще намертво кончаются. Так, стихов нету. И что же тут еще-то нету? Я даже не знаю. А, первый том. Это надо со мной пойти. Пойдем, поищем вместе. Там церковь, свобода, тюрьма есть тут? Вот разные. Это стихи. Надо найти. Нету. Так, первый том и стихи. Пошли. Это мы идем в другое место, когда не хватает. Тут мест много. Так. Зайдем на этот склад. Вот здесь. Так, здесь к истинному православию. Дальше что здесь? Вот здесь. Для слова Божия не туз. Вот, кончается все. И 23 том. А здесь что есть? Давай-ка посмотрим. Здесь 10 том. От какой? 30-й. А 31, 32, 33 тома у меня стоят, они только в интернетной версии. Вот, что здесь? Смотри, 16 том. Все, нету. Пошли в другой склад. И таких складов около десятка. В разных людях. Все, беречь надо, потому что пакости делают. Но Бог сохранил. Все. Ага. Ну вот теперь мы зашли сюда. Сейчас мы посмотрим, откроем. Отослал я в Калужскую область, что вот мне было 15-й том, это как 74 человека написали, как они обратились. Я посмотрел, а их нигде нету, но уже отослали. Я сказал, Михаил Батугин поехал, я даже не сказал ничего, он мигом все оттуда. Симфония на жития. Но это не это нужно, нам нужно найти, где стихи и первый том. Если это есть, то есть уже прямо концовка, уже на самом конце. Вот-вот кончится. Это 9 том. Смотри, ты более глазастый. Вот он, первый том нашел. Так, первый том. Еще нужно что? Мы сейчас смотрели с тобой. Стихи. Вот стихи найти надо где-то здесь что? Смотри глазами. 4 том, 2 том, 12 том. Стихи. Если нету, значит нету. Уже ничего не сделать. Нету. Фух, вот это да. Ахнули. Там 6-й том. Смотри внимательно. Какой? 12-й? 22-й. Ну вот это да. Это что? Это 21-й том. Ну смотри внимательно. Если нет стихов, то это прокол большой для меня. Заранее не... Даже не знал, что они кончились. 9 том. Это старое. Стихов нету. Все, кончились. Ничего себе. Это надо принести. У меня там один экземпляр дома остался. Ну, может, еще где-то найдется. Но вообще-то очень трудно сказать. Нет ничего? Нет, не видно. Нету, да? А почему? Потому что это было первое, которое вышло. Как это что? Третий. Это что?
надо забрать. Посмотри сюда, тут нету нигде. Вот это что? Третий. А что третий? Новый Завет написано. Новый Завет. Так, ну что, нету ничего. Еще раз проверить, и на этом, значит, конец. Вот это не ожидалось, что сегодня у меня такое будет. А это что, первый том? Бери в одну руку. Первый том тоже кончается. То есть вот и все. Переиздавать сегодня не переиздать. Вот так. Заходи. Это я вот положу здесь пока. Может быть, она как раз и сгодится, хотя сюда и не надо, вон туда отнесу. Вот это я не ожидал, что стихи говорил, не трогать. Это только кому-то таких. Вообще нету. Ну-ка еще раз посмотри. Это что вот это? Жития, это жития. На жития надо взять. Симфония на жития святых. Тоже кончается. Вот стихи написано, стих должен быть. Нету? Это что? 22-й, 28-й. Нету. Нету, это нету. А вот так положим здесь. Жития сейчас развезу. Ну, не ожидал. Вот видите, не ожидал. У нас ничего не подготовлено. Мы начали снимать, но это не то, что мы там срежиссировали. Ничего этого нету. Просто вот так идет, так и идет. Это все надо убирать, хорошо. Ага, вот он. Это симфония на жития святых. Маленько подпорщенный уголок. Ну тут ничего не сделаешь уже. Много раз перевозили с места на место. Стихов нету. Теперь что мы принесли? Ага. Это первый том. Так, минутку. И она еще на Капроновых их делали. Первый том тоже кончается. Вот это последнее. 8 экземпляров больше нету. Вот так. Кто может издать, мы даем право. И кто желает издать право. Ну, допустим, он издает. Ну, договоримся, сколько-то экземпляров нам. Кто желает издать книги, мы даем в электронной версии все. И фотографии, и все можно дать. Вот. Вот первый том, когда я издавал, у него даже цифра 1 не стоит. Вот. Открытым оком, и больше ничего нету. А почему? Да я не знал, что будет дальше. А уже со второго, с третьего тома, там уже пошла цифра. Я готовился издать только один том, а получилось 30. То есть, ничто не планируется. А то по регламенту я смотрю, протокольный, там, Самсонов. Говорит, он ничего этого не знает. Надо убрать. Так, теперь мы начинаем. Что мы там положили? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, пять, шесть, семь, восемь. Вот с первого тома. Первый. Второй. Вот тоже, видишь, до конца уже выбирается. Третий. Четвертый. Позвольте. Так и пятого нету тома. Да как же так? Вообще я не знал. Ну ладно, запишем, что пятого нету. Потом пойдем искать. Сейчас я щелкну где-то. Какого нету? Нету пятого. Пятого нет. А потом дальше будет. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Десятый. 11 это старообрядчество. 10, 11. Позвольте, 12 еще нету. Сейчас посмотрим. Значит, 5 и 12 нет. Вот это хватил я. Они лежат, видишь, под этим. 12 том надо посмотреть. Ну-ка. 5 и 12. Следи внимательно. Вот 12. Вот 12. Вот так принимаем. Посмотри, тут 5 нету.
Пятый не должен был кончиться, он еще есть. За ним надо сходить будет. Вот он. А это свидетельство ГУЛАГовское. Кто был в ГУЛАГе и что они брали, я интервью брал. Как они оттуда выбирались. Как бежали, какими тропами. Как мужей расстреливали. Живые свидетели. Потом перевели это сюда. Так, 12-й. 13-й закончился. 14-й это сюда закончился. 15-й. 16-й. 17-й. Ну, не ожидал я это, что так. Пролеты такие. 17. Это для России. 17. Дальше. 18. 19. 20. 21. 22. Смотри, какими блестками. Какие они. 22. 23. 24, 25. Вот посмотри, какие они по корешкам-то, какая красота. Вот. И здесь, как они изданы. Что у нас? 25 последний был. Да, 25. Вот, Сетка, откуда деньги берете? Если его снабжает 25. А где 26-й? 26-го нету. 26-го-то тоже нету. А ну-ка давай посмотрим там. 26-й. Смотри сюда. Вот он, 26-й. Видите как? Вот сколько мы пришли времени. Это каждый раз. Так это еще мы не начинали. Там на почте стоять будет отправлять. Машину. Теперь подписывать. Коробки. Отправлять и переживать, дойдет, не дойдет. Но сейчас проще, проще. Идентификационный номер, сообщающий, люди следят за посылкой, где она идет. Вот это самый уязвимый том. Его литераторы сметают сразу, из библиотек везде. 26-й том, самый уязвимый. Так, там что у нас последний? 25-й. 26-й. 27-й, 28-й, 29-й, 30-го нету. Ой-ой-ой. 30-го нет. Давай сюда посмотрим еще. 30-й, если нет. Вот это 30-й. 30-й. О! Слушай, это посчитали снизу, я разделяю, чтобы были здесь. Вот какая куча набралась. Потому что на стол больше 4 уже много. Там могут хранить. Поэтому 4 выкладывают, а 4 завязывают, они на стене стоят. А когда много, ну допустим 25, тогда они у нас сразу все уходят. Вот 30-й тон. Вот. Это что-то значит издать 30 томов каких. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Священное Писание. Так. Это у нас там 5-го тома не хватило, так? Угу. 5-го, остальное мы нашли. Так я понял. Теперь этот человек просит еще 3. 3. Три экземпляра Нового Завета. Дополнительно к нему. Вот 1, 2, 3. Это ему надо отправить. 3. Так, еще 2. Так, это у нас что здесь? 1, 2, 3. О, экземпляр готовый, связанный. 1, 2, 3. То есть куда-то заготовили уже. Ну, сюда. Так, этот. Так, 2. И еще 1. И тоже 1, 2, 3. Вот, все, больше нету. Как будто кто под руку подложил. Вот это тоже интересно. Скажем, да он заранее заготовил. Ну, у меня свидетели, что этого не было. Вот в каждом томе 80 иллюстраций Гюстава Доре. Мы его раскрасили сами. Библейский, лучший иллюстратор Библии. И при том, если текст написан с полями, то картины без полей. И сейчас в интернете, где появляются цветные, это все наши.
Господь надоумил. Я 2 года искал, походил по художникам, в разные даже города сообщал. Думали сначала закрасить, контур оставить, а потом раскрасить красками. Оказалось, есть интернетная версия раскраски. Ну, я тоже начал раскрашивать. Ну, Игорь Дубунов посмотрел и меня забраковал. Я сразу отошел. Ну, и ладно. Забраковал, да и забраковал. Ну, он больше всего потрудился. И вот в конце здесь мы пишем все данные исходные и пишем, что рисунки, раскраска, гравюр Гюстава Доре по Ветхому Завету Дубунов Игорь Владимирович. Раскраска Гюстава Доре по Новому Завету у Нагаева Ольга Васильевна и Приходько Наталья Николаевна. То есть мы все это показываем. Кто, где работает. Эти книги все до одной сшитые. Они не разваливаются. Намелованной бумаги. Мы как-то понесли в магазин здесь. Они как посмотрели и ахнули. Какие книги, сколько. То есть у нас 2 с лишним раза книги дешевле и того, что надо с них взять. Вот с Нового года, видимо, цену придется повысить. А остальные книги-то уже кончаются. Вот она где. Теперь чего нету? Нету первого тома. Но это потом подложим. Первый том надо занести и найти пятый. Первый и пятый. Ну, сейчас пойдем мы искать опять с тобой. Благодаря Никите, а это вот мы договорились, это у нас в Америку идет. Так? Да. Это в Америку, а то для России. Так, ну пойдем посмотрим. Первый и пятый. Тут еще маленький склад. Зайди-ка сюда. Вот первый сразу. Где? Где? А вот, самый у стенки. Вот это первый. Видишь, что такое глаза? Так у нас не первый. Первый там мы принесли. Нам нужен сейчас пятый. Пятый и первый Нового Завета. Ты не понял. 21-й. Ну ничего нету. Пойдем в другом месте. Первый том не открытым оком, а именно Новый Завет. Вот это отдельно, я уже знаю, где они есть. Вот он, первый том. Первый том, пожалуйста, лежат книги. Вот эта работа, что люди работают по отправке, это очень много времени занимает. Но взялся, говорит, за гуш. Не говори, что не идешь. Новый Завет. Мы сейчас опять открываем его. Теперь все эти бумажки. Вот покажу, как даже здесь мы экономим. Кто-то когда-то будет делать, чтобы они знали сам процесс отправки. Надо договориться. Вот недавно было, не дошло. Там потерялось, не получили. Я заново начинаю это делать и расходы взял на себя. Это город Александров Владимирской области, Бушуев. А он, давай я заплачу. Я говорю, да ладно уж. Первое. Вот. Теперь надо это со стола убирать. Ну как, я уже показывал как. Завязываем, убираем. Еще одно хотел показать. Вот эти вот картоночки, которые, чтобы их не прорезало, они обвязывают их. Мы их берем. Вот где они согнутые. Маленько убрать можно. Это тоже вырезаем. И вот это пойдет на записки. Записки бывают о здравии, за упокой. Мы православные, это видишь какие. Нуждаемся в костылях. В бумажках, то есть. На память всех не помним. Слабой умом, памятью. Ну вот теперь вот так вот, где я погнутый, это все отрезаю. А которое целое, оставляю. Ну и дальше будет понятно, что я буду делать. Вот так, когда все выберу, то... Вот сюда вот и воткнем их. Вот оно. Это Татьяна, она пишет записки сюда. Или вот сюда вот. Даже в этом и то стараемся сэкономить. Что мы еще не показали? Как будто бы все. Ну, вот тут у нас сегодня утром 2. К вечеру, может быть, еще посылать надо. И вот которые места опростались, а нет, я сейчас должен их заполнять. Сейчас пойду искать, где эти тома находятся, есть или нет они. И надо это все заполнить. И кое-где придется делать оговорку уже, может быть, через неделю, что
Нет, вот это 30-й тон. Вот сейчас я покажу, какой это. Это 28-й. Нет, 29-го. Вот сюда. 29-го, а здесь какого? 27-го. Вот попутно. 27-го. Вот он 27-й сразу нашел. И там второй какой? 29-й. Посмотрите, какие они все красивые книги. Они не просто книги. А что там написано? Это благодать Божья. А почему? У меня нет никаких данных. Я не писатель, не священник, никто. Это 27-й. Вот 27-й. Теперь надо 29-й найти. 23-й, 24-й, 25-й, 25-й. 22-го нет. 22-го и 29-го. Смотри. Вот так. Посмотри, 22-й, 29-й. Есть, нет? Нету. Нету. А это какой? 4-й. А это как 23-й. Это 23-й. Все. На этом запись кончаем. Сейчас я пойду искать. Это уже повтор пойдет. Вот что мы могли, мы это сделали, показали. Теперь надо заполнить на следующий. Тут для посылок мы приготовили. Сейчас наготавливаем, созвонимся с машиной. Машина придет, человек выделенный, поедут отправлять. Это займет до обеда, может, время. Там очередь. Это все за кадром. Это все для Бога. Это ничем не оплачивается. Это и машина, и все это наши расходы. Почему? Но я еще скажу. Вот вы знаете, люди пишут, писатели. Ну, у них есть те, которые назначают каждую библиотеку расклад. Здесь никто никак. Я сам должен заботиться. И проехали от Владивостока до Лиссабона, Турция, Европа. Европа, все государства. Тут за малым Люксембург не заехали там. Скандинавия, Прибалтика. Англия, Шотландия, Ирландия. Это мы везде старались оставить книги, полный комплект. И проехали сами на машине. Кто еще так делал? Впрочем, не я, но благодать Божия, как Павел говорит, не я. Я более всех их потрудился. Они писатели написали. Книги берут, не берут, ну, полежали. В библиотеке разослали, книги работают. Это люди, которые поставили, это платят все. Все платят. И вот эти в Америке, они говорят, 5 ребятишек, один работает, не можем. Это уже сами, я говорю, назначайте цену. Не я буду назначать, только за перевод оплатить. А этот человек переслал лишнее сегодня и говорит, ну что, сверх этого, тогда там куда-то там на детский лагерь или куда-то на книги пойдет. То есть Бог дает людей, которые помогают. Видите, как опросталось сколько. Все на этом. Начинаем укладывать. Слава Богу за все. Покажи все наши надписи.